başlığa. Biraz kısmışa, ondan sonra kulaklarınızı sermeye davet edeceğim. Gençlerden kulak gelenler var mı? Mikyat Evi. Leyfera. Aslopa. Kuka. Kavur. Kuka. Şemçi. Kaçma. Ceyza. Şamakı. Sabir Ama. Şiva. Selya. Thank you.
İlk önce değerli müşterimizle meyledi Nuriye Hanım Mehmetova. Sedatörümüz olan Mehmet'in yüzünü tartışıyor.
yüzyılda Çin Han Respublikasında görkemli biznesmen Cenab Li Jinyuan tarafından yaratılmıştır. Sağlamlık, zenginlik, sülh ve inkişaf. Çin şirketi bu hali meseleleri indi dünyanın ekser ülkelerinde şirketle aktif emektaşlığı ile milyonlarla insan için ümumi meksede çevrilmiştir. Beşeriyete sağlamlık çatdırma, cemiyete hizmet gösterme, bu şirketin temsili ve esas konsepsiyasıdır. Hayata sevgi ve adalet, onun fasiletsiz inkişafını temin eden âli mesleğidir. Cin şirketi 2002 aktör bayrağı Azerbaycan'a gelmiş, artık 17 yıldır Azerbaycan'da faaliyet gösterir. Azerbaycan'ın siyasi içtimai hayatında aktif şekilde iştirak edir ve Azerbaycan devletiyle Çin'e birçok layihalar imza atmıştır. Bunlara misal olarak kamp ve yaşam, senedir ve geleceğin, zelzeleden eziyet çeken insanlara defalarla gösterdiği yardımlara göre seçilmiştir. Azerbaycan'da Çin şirketinin nüfusu günü günden yükselir ve mesullardan Azerbaycan vatandaşları seve seve iştirak edirler. Çin şirketi öz sağlamlık konsepsiyası, yüksek keyfiyyatlı mesulları, gözel hizmeti vasitəsilə tez işiyle məşğul olan bütün dünyanın dostları biznes kurmaları için geniş beynəlxalq arenaya yol açmışdır. Biz əminik ki, burada hər kəs öz istedadını göstərə biləcək və həyatda özünü reallaşdıra biləcək. İndi isə şirketinin dünyada gördüyü işlər izləmək üçün və umurda bir daha yakından tanış olmaq üçün diqqət ekrana. Наша задача – сохранить жизнь и здоровье ради наших детей, ради будущих поколений. Тиньшинь строит бизнес, благодаря которому человек обретает здоровье и реализует свое стремление к основным общечеловеческим ценностям – миру, свободе, справедливости, счастью, красоте и гармонии. Нести здоровье человечеству, служить обществу. Эти слова стали основой философии тиньшистов. Господин Ли Тиньюань, основатель Тиньши и председатель правления корпорации, уверенно ведет компанию по пути развития. Он является генератором идей и великим вдохновителем. Открывает новые пути, ставит новые цели и учит достигать их, делится секретами своего успеха, делает их достоянием всего мира. Реализуя концепцию «Весь мир – одна семья», дает возможность каждому человеку, желающему добиться успеха, с легкостью присоединиться. Вместе мы сильны. Вместе мы сможем объять весь мир. Мы знаем, что мир огромен. Однако решимость тиньшистов настолько велика, что способна преодолеть любые преграды. Сегодня тиньши развивает бизнес сразу в нескольких сферах. Это биотехнологии и управление здоровьем, гостиничный бизнес и туризм, электронная коммерция, финансы и инвестиции. Слияние коммерческого, финансового и производственного капиталов превратил Тиньши в крупную транснациональную корпорацию. Тиньши – компания, открывшая филиалы более чем в 110 странах и регионах мира. Только представьте себе эти масштабы. Оздоровительная продукция Тиньши – результат гармоничного сочетания принципов восточной культуры оздоровления и самых передовых современных биотехнологий. Основная идея – это предупреждение заболеваний. Тяньцзи – сердце корпорации. Здесь находится единый центр управления всеми ресурсами и подразделениями. Основные производственные базы расположены в Китае и Вьетнаме. Дополнительные производственные мощности размещены на разных континентах – в США, Японии, Испании, Англии, Норвегии, России, Мексике, Бразилии, Аргентине, Индии, Малайзии, Индонезии, Южной Корее, Египте и других странах мира. Создана не имеющая себе равных
комплексная система оперативного взаимодействия со всем миром. У вас есть возможность своими глазами увидеть Международный парк индустрии здоровья Тиньши. Его площадь более 1 квадратного километра. Объем инвестиций свыше 1 миллиарда долларов. Здесь сконцентрирован основной научный потенциал. Проводятся исследования, разработки и тестирование оздоровительной продукции. Размещаются оздоровительные, гостиничные, выставочные комплексы. Тай Цзишан. Это оздоровительный центр, который располагает современнейшим медицинским оборудованием. Тиньши поэтапно реализует 5 крупных модулей, обеспечивающих успешное управление производством и бизнесом. Высокоэффективные платформы бизнеса прямых продаж. Платформы современной индустрии услуг управления здоровьем. Платформы мобильной электронной коммерции. Платформы гостиничного бизнеса и туризма. Платформы интернет-сервисов. Мечта – это ответственность, которая мотивирует всех тиньшистов чувствовать любовь, создавать любовь, передавать любовь. Тиньши отдает все силы делу благотворительности, поддерживает людей в трудную минуту. Объем инвестиций Тиньши на благотворительные нужды превысил 1,5 миллиарда юаней. С особым вниманием Тиньши относится к детям, вкладывая свои ресурсы в формирование будущего человечества. В 2015 году был заложен фундамент университета Тиньши, площадь которого займет более 3 квадратных километров. Это будет многопрофильное учебное заведение. Здесь будут учиться более 30 тысяч студентов. Здесь будут выпускаться люди нового формата, обладающие инновационным потенциалом. Индустрия великого здоровья подобно огромному лайку, устремленное в прекрасное будущее, которое мы создаем вместе с Тиньши. Присоединяйтесь в стремлении к мечте о здоровье, добивайтесь успехов в бизнесе Тиньши. 20 лет вместе. Тиньши делает нашу жизнь прекрасной.
у меня еще большая благодарность лидерам, руководителям агентства офисов и всем нашим таким партнерам, которые сегодня присутствуете на этом мероприятии. Ve burada ben bütün liderleri, hepsini de bütün ofislerinden belirli özellikle teşekkürümü bildiriyorum. Азербайджанский период развивается уже на вашем рынке много лет. За эти годы, благодаря мудрому руководству и поддержке со стороны наших лидеров, партнеров, мы получили большие успехи. Bugün Азербайджанда çok da inşaat edilen bizim bu şirketin hem rehberliğin desteğiyle hem de ki gözel bizim liderlerimizin desteğiyle inşaat edildi. Особо с того момента, когда у нас наш филиал переправили к Среднему Азиатскому региону и после обновления нашего маркетинг-плана, наша работа получила существенный успех. Orada Asya'da маркетинг-план değişenden sonra çok büyük müvekkiyetler elde edildi bizim Азербайджан филиалы. Имею в виду, например, в 2017 году у нас была мотивационная программа 4-го квартала. 2017 yılında 4. kvartalda bizim motivasyon bir programı teşkil oldu. İnaşı taraki çocuklar aktör, hani ne kadar iznim, do этого получили путевку в Индию. Это большая радость и достижение. Ve böyle bir uğurdu, böyle bir bayramdı. Ve bizim de filialımızdan hemen bu motivasyon programı tur paket, Hindistan'a tur paket alan bizim emektaşlarımız da oldu. И после завершения этой программы наши партнеры, которые получили 800 пиви и потратили пиви. В 800 пиви, пул чайчина, мучата, алата, амекашанцу. Еще один бронзовый лев получил автобонус. Алаби, бизим, брючшимис, автобонус. Вот. И вчера мы провели лидерское совещание в присутствии нашего руководства. Мы получили рабочие указания нашего президента Среднеазиатского региона господина Яму. Orta Asya'nın prezidentinden biz mühüm bir tapşırık görülmüşük, elde etmişik. Şimdi naşı lideri Fabrişi Udavoştriye i hani bunları kak rastlisa sayıda bakoda na naşım rengi i na što sorientirovatsa i na što apraşiş asobe vnimani. Ve işler eden liderler olan için çok büyük bir tesirat bağışladı bize. Yani bu lider sabit ve herkes başa düştü ki gelecekte biz hansı işleri görmeliyiz ve nece inkişaf ettirmeliyiz. Lider hani как факел компании, то есть люди следуют за вами, лидеры должны работать друг с другом уважительно и в единстве и сплоченности. Liderler yerde giden meşaldir. Arkası doğru böyle bir komanda geliyor. Поскольку с этого года наша администрация решила расширить наши ассортименты продукции. Ve bugünden kaldı administrasiya etap sürmemişim. Bütün mensulların çeşitleri genişlenecek. Minimum 2 vida нового ассортимента продукции в этом году будут поступать. Bu yıl Azerbaycan pazarına 2 tane mahsul da dahil olacak. И наш филиал решил под руководством
его капитане Чипенто Батисла в честь празднования 23-х годовщины корпорации. Yirmi üç ilin her sorumluluklarınızda da geçirilen konferanslar, ben de özüm de şahsen bundan alalım.